Добрый вечер! Сегодня будем лепить пирожки по маминому рецепту. У меня будут пирожки с куриной грудкой. Но чтобы они не были сильно сухими, я сюда побольше лука прожарила и кинзы добавила. И будут сладкие пирожки с абрикосовым вареньем. Так, для этого нам понадобится. Так, мам, сколько у нас? 67, тут пол-литра. В теплое молоко добавляем 250 грамм сахара и 70 грамм живых дрожжей. Вымешиваем. Артист на втором плане. Здесь не видно? Нет. Выключено. Нет, поздоровайся. Можно. Ну, здоровайся. Добавляем щепотку соли. Чайную ложку или чуть-чуть меньше? Ну, чайную можно щепотку. Чайную ложку, мама мне исправляет. Артист на шестой. Ой, извиняюсь, у меня там раковина полная посуды. Посудомойку не поместилась. Так, добавляем сюда же... Пачки. 100 грамм. 100 грамм сливочного масла. Сметана сколько? 200 грамм. И 200 грамм сметаны. У меня сметана 15%. А разницы нет, какая процентность у сметаны? Нет. Граммовичку растительного масла. Я здесь не поставила. Вымешивать или вот так просто помешать и достать? Нет, лучше теперь яйца взбивать. Сколько яиц? Вот эти 6 яиц. Вбиваем сюда же 6 яиц. 3, 6. Немножко масла растительного туда. Сейчас желтки уберем. Добавляем столовую ложку, да? Столовую ложку растительного масла. Хватит, это большая ложка. Так, и теперь муки будем считать стаканами. Ну, три сразу просею, да, мама, потом. Три. Правда, как-то. Обязательно думаем о хорошем. Мы 6, да, положили кружек?
Я думаю, 8 кружек будет достаточно, да, мам? Нет. Нет? Еще будем добавлять. Пирожки готовлю первый раз. С тестом я не очень дружу, но... Будем учиться вместе. Давай, мамуль, еще. Еще чуть-чуть добавь, чтобы ровно 10 было. Все, 10 200-граммовых стаканов я добавила, кружек, то есть. Это ж не 250, 200-граммовая, да, мама? Тесто должно быть мягким, живым. Тесто должно быть мягким, живым. Совсем забивать его нельзя. Еще надо хоть тесто не забивать, но оно сильно жидкое. Ну туда еще будет этим кашу. Давай. Давай, давай, давай. Давай еще. Давай, давай, давай. Я еще скажу. Все, добавили еще. Две кружки и вымешиваем. Чем жиже тесто, тем они назрели с тебя. Что? Чем жиже тесто, тем они назрели с тебя. Чем жиже тесто, тем они будут назрясти. Не знаю, что это значит. Ну, такие пышные. Пышные будут. Оказалось, 11 стаканов, 200-граммовых стаканов. Тесто забивать нельзя, чтобы оно было у нас пышным. Сейчас чуть-чуть вымесим и накроем, чтобы оно минут 40 отдыхало. Все, вымешали, оставляем тесто минут на 40. Ну, будем смотреть, как оно будет подходить. Между прочим, с премьерой меня. Это мои первые пирожки. Пирожки все время пекла бабушка. Потом бабули не стало. Мама пекла. Даже, по-моему, сестра пекла. Да, мам? Каринка же тоже пекла пирожки. А я нет. Я вот под маминым чутким руководством первый раз пеку. Будем надеяться, что получится очень вкусные. Мы больше любим сладкие. Как будто по нам незаметно. Но Лолиточка попросила с курицей, говорит, это, спеките мне с курицей. Буду чуть-чуть с курочкой и чуть-чуть сладкий. Ну все, будем ждать, пока подойдет тесто, потом переключимся. Пришла полоститься. Ждем, пока тесто подойдет. Мама не ждет, чтобы стиралка отстиралась. Там две тарелки, и надо срочно помыть. Они ей мешают. Когда она хочет, она сама подойдет. И даст, чтобы ее гладили. Когда она не хочет, она не любит, когда ее трогают. Пока мы ждем, когда подойдет наше тесто, мы не теряем время. Зря. Мы посолили, поперчили нашу курочку и снимаем пробу. Я переперчила. Ну хорошо, у нас дома любят все сильно перченые. На часах уже 8 часов. 5 минут 9. Наше тесто еще не подошло.
ждем. Буду месить, раскидывать его на той поверхности, потому что тут клеенка будет жирная, потом не отмоешь. Косынка как у Салухи. Сейчас все заправим, чтобы ничего у нас не выглядывало. Девчонки написали, что это гранатовый браслет. Это не гранатовый браслет, девчонки. В гранатовом браслете орехи идут. Жареный лук идет. Этот намного легче, я могу сказать. Гранатовый браслет, я сама люблю салат. Он очень вкусный, но он так потяжелее. Все, сейчас я вот это тоже заправлю. Все. Все под косыночку, все волосы собраны. Тесто наше наконец-таки подошло. Смазываем маслом стол. Так. И по кусочку поскидываем. Такие нормально? Третий большой. Мама через весы меня будет проверять. Третий большой. Нет, а потому что один будет сырой, а другой будет гореть. Понимаешь, за это? Все будет отлично. Ты думаешь, пока не надо? Ну ничего, пусть лучше подойдет вместе. Ой, эти уже лучше получаются. Вот так вот красивее, скажем так. Тут у меня лепить наши пирожочки. Сначала буду делать с курицей. Сделала.
Надо поменьше брать, чтобы они красивее получались. Так, два листа я посадила. Сейчас на третий раскидаем. Вот, третий же у меня красивее получаются. Ну все, конечно, с опытом приходит. Осталось у меня 6 штучек на сладенький. Получше. Первые у меня такие большие. Первый я вам показывать не буду. Я вам красивый покажу, конечно. Так, вытащила я пирожки с духовки. Получились красивые, но это у меня уже последние сладкие. Вот такие вот большие у меня получились с курицей. Прям большие такие получились. Эти у меня миниатюрные, красивенькие получились, а эти... Ну, эти я первые катала, прям... Ну, не катала, первые лепила, большие получились. Ну, ничего, в следующий раз будем знать, как правильно делать. С вами я буду прощаться. Большое спасибо за просмотр, за лайки. Отдельное спасибо за комменты. Увидимся завтра.